Бұл кухня емес, бұл СИЗО 1 деген бірнеше видеолы қайрылуларды қомшылыққа қылғаны шештім. Мелис Аспеков выложил в соцсети целый цикл видеообращений с якобы разоблачением до президентской и текущей деятельности Садыра Джапарова. По его словам, сняты были эти материалы в СИЗО 1. Но даже человеку, которому не приходилось никогда бывать в местах не столь отдаленных, понятно, что невозможно в камере следственного изолятора записать 15-минутное, да еще и эмоциональное видеообращение. Следовательно, Спеков заранее подготовил серию этих видеороликов. Вы спросите, как? Аспеков был арестован в 2021 году после того, как вымогал 250 миллионов долларов у представителей госпредприятия «Кыргызтемиржолу». Наверное, и подготовил он свой цикл правды в отместку, восприняв свой арест как личную обиду. Этого мы так не оставим. Это мы им запомним. Выиграл я встал, ведь гадюк! Тихо. Но это понятно, ведь он действительно после отставки Сооронбая Жээнбекова стал влиятельной фигурой и возомнил себя абсолютно неприкосновенным. А тут его упекли в тюрьму. Хотя под арестом он чувствует себя довольно уютно, видимо, былые боевые заслуги тому причиной. Эту тему мы еще затронем. Разумеется, Аспеков прекрасно знал, что власти все равно из жалости его выпустят хотя бы под домашний арест, и поэтому все и запланировал. Выйдя на свободу, он и записал свою фальшивую монету. На память пришла именно эта пьеса Максима Горького с одноименным названием о том, как искажает, унижает и опошляет человека денежный вопрос. «Фальшивая монета» – это пьеса с элементами юмора, но в то же время там присутствует мистика, которая и делает слова Аспекова столь интригующими. Но заинтриговали они, по всей видимости, его же единомышленников. Не зря иногда шутят, что у дураков мысли сходятся. Шутка – это, разумеется, образное выражение, но Аспеков – личность неоднозначная, ведь используют мошеннические уловки люди с высоким интеллектом. Да и послужной список у него хороший. После 2010 года Аспеков неожиданно становится активистом. Солгав, что является лидером молодежного крыла партии «Атамекен», он за короткое время успел обмануть группу людей. После апрельской революции, запудрив мозги жене бывшего премьер-министра Азима Исабекова, вынудил ее отдать ему 8500 долларов, при этом сказав, что эти деньги предназначены для поездки Омирбека Текебаева в Москву на встречу с Путиным. Поэтому атамекеновцы не стали с ним церемониться и выгнали его. Используя имя тогдашнего генпрокурора Кулатбека Байболова, получил от одного гражданина 8000 долларов, пообещав устроить его на работу в прокуратуру. Других обещал устроить на Хунтер или же устроить поездку в США, за что и попал за решетку на 2 месяца. Великий комбинатор почти всю сознательную жизнь использовал людей для своей выгоды. К сожалению, не стало исключением и его семья. Все знают, что Мелис Аспеков – аферист высшего пилотажа, что, собственно, и демонстрировал на протяжении 15 лет. Аферизм Аспеков практиковал еще будучи женатым, женившись на дочери уважаемого человека, использовав его влияние в личных целях, он развелся со своей женой. Цикл правды Мелис Аспекова на языке психологов характеризуется как манипуляция общественным сознанием. Иначе как назвать его уловку с якобы записанными материалами в неволе? Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что это простая домашняя заготовка, причем в буквальном смысле этого слова. Я вам буду сегодня рассказывать суперсекретики про антисоциальное расстройство личности или так называемые социопаты. Это самое страшное, самое опасное, самое всех интересующее и самое будоражащее нервишки расстройства личности. Еще специалисты называют это антисоциальным расстройством личности. Можно определить этот недуг по ряду критериев. К примеру, неспособность испытывать чувство вины и извлекать пользу из жизненного опыта, особенно наказания. Или же выраженная склонность обвинять окружающих или выдвигать благовидные объяснения своему поведению. Да потому что люди с антисоциальным расстройством личности – это самые непредсказуемые, непоследовательные, опасные и неуправляемые существа, которые живут среди нашего общества, как дикие звери среди людей. Но самое главное – как искусно Аспеков прикидывается жертвой. Никто нас не любит. Если не считать уголовного розыска, который тоже нас не любит.
Будь то в СИЗО или же в колониях, ломается психика практически у каждого человека, который впадает в депрессию, у них мышление замедляется, а некоторые вовсе гаснут. В своем видео Аспеков, наоборот, не просто в хорошем эмоциональном состоянии, но и в какой-то мере воодушевленный. Да нет, как видишь, жив-здоров и даже довольно упитан. Взять, к примеру, Имамедина Ташева, для которого поход за решетку стал дебютным. Это и вправду не спектакль, поскольку он даже хотел наложить на себя руки. И возвращаясь к уловкам, из всего сказанного выше следует, что Аспеков намеренно отправился за решетку после освобождения. Ну пока, пишите письма. Он записал видеоролики и попросил своих единомышленников слить их в социальные сети в определенную дату. И мы не удивимся, что даже текст обращения был написан другими людьми. Ну вот просто не может человек быть святым, если почти все утверждают, что он патологический лгун. А значит, он своими подвигами доказал общественно опасный характер своих действий. И самый главный вопрос – можно ли верить после всего этого Белесу Аспекову?